Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 6. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Теперь необходимо отщелкнуть экран. Это необходимо делать снизу, отщелкиваем экран снизу, можно либо лопаткой, либо медиатором. Отщелкнули, открываем экран. Теперь необходимо открутить металлическую защиту шлейфов экрана. Откручиваем первый винтик, второй, третий, четвертый. И пятый. Теперь необходимо демонтировать металлическую пластину. Просто вытаскивайте. Далее отщелкивайте шлейфа. Первый, второй, третий и четвертый. Отщелкнули. Теперь нам необходимо открутить сам слуховой динамик. Тут три винтика. Откручиваем первый, второй и третий. Открутили. Теперь снимаем металлическую пластину с динамиком. И динамик. Все, сняли динамик. Берем новый динамик. Устанавливаем новый динамик. И сверху фронтальную камеру. Установили. Теперь устанавливаем металлическую пластину. И заново закручиваем три винтика. Первый, второй и третий. Установили. Теперь подсоединяем модуль к печатной плате. Первый шлейф, второй защелкнули, третий и четвертый. Теперь устанавливаем металлическую пластину. Необходимо прикрутить 5 винтиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. Прикрутить. Теперь необходимо защелкнуть модуль. Он защелкивается с верхней части. Вставляете в пазики и защелкиваете модуль. Все. Теперь необходимо прикрутить два нижних винтика. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.